Львы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на май месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И, конечно, в конец месяца возьмем карту совета, что вам высшие силы советуют. И для вас первая карта в начале – это Паж Пентакли. Паж Пентакли говорит о том, что вы уже в начале месяца мая, да, должны, знаете, вкладываться в себя. Может, кто-то желает обрести себя, покупать себе, да, кто-то машину желает, кто-то, может, находится в таких отношениях, да, которые ничего не развиваются, да. Вот вроде бы у вас общение, вроде бы у вас какие-то моменты, да, разговора, да, но не дальше иду, да. Вот в начале месяца, да, как-то здесь я остановилась, да. Те, которые думают пройти какое-то обучение, то вам это уже стоит в начале месяца сделать. Давайте посмотрим следующая карта, да. Что касается в начале месяца для вас, мои дорогие, следующая карта колесница. Колесница говорит о том, что вы должны принять правильное решение, да, вы должны стремиться сделать какой-то выбор. И этот выбор, который вы будете стремиться, да, начинать, то вас приведет к взлетной полосы вашей жизни, да. Для некоторых может быть обдумывание какой-то поездки, да, но пока они только думают, да, пока желают это, да, и пока принимают какое-то решение. Для некоторых может быть, что здесь будет касаться, да, переезда, на, да, начала чего-то нового, да, и перед вами будет стоять вот это выбор, да, стоит или не стоит, да. Давайте посмотрим следующая карта для вас в начале месяца. Это девятка кубков. В начале месяца пока что ваше изобилие на вашей стороне, да, ваша стабильность, она у вас есть. Самое главное, знаете, здесь, да, за то, что у вас все это получается в начале месяца, постарайтесь не высоко себя поднимать, да, как говорится, не нужно нос сильно поднимать высоко, потому что если вы начнете, да, себя вот, даже можете рассказывать, что вот у меня это получается, да, вот я хочу поехать там отдохнуть, то может вы сами это потерять, да, может это у вас сами не получится. Вот все-таки все, что вы хотите делать во благо себе, во благо ваших отношений, вашей работы, финансов, стоит все-таки никому в начале мая месяца не рассказывать. И в принципе вообще никому не рассказывать, если это касается вашей какой-то стабильности. Давайте посмотрим следующая карта на середину. На середину показывает, мои дорогие мужчины, требует от вас ваша благородность, да. Если у вас есть ваша женщина, да, вам требует от нее больше, да, внимания, да, больше какие-то понимания. Женщина, которая вот в отношении, то рядом с вами есть такой мужчина, да, есть такой мужчина, который, знаете, может вас поддерживать, да, может вам много что простить, да, может много что направить, сказать, как правильно, да, для тех, которые одиночки и думают о каком-то поездке, а или какого-то что-то поменять, да, какая-то именно дорога, то здесь может быть вот женщинам знакомство с таким мужчина благородного, да, это касается, может, даже вот какая-то дорога будет, какой-то отдых, может, переезд, да. Давайте посмотрим следующая карта для вас и карта двойка кубка. Двойка кубка, как я сказала, для некоторых может быть какое-то знакомство в середине месяца, да. Те, которые одиноки, обращайте внимание на ваше внутреннее состояние, ваша интуиция, да, прислушиваться не то, что на ментальном уровень, да, а прислушиваться и то, что ваше сердце говорит, да. Если вам стоит, да, поменять что-то и начать, недолго думать, а вот сделайте уже какие-то шаги. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, это колесо фортуна. Фортуна на вашей стороне, да, для того, чтобы вы себе что-то новое сделали в вашей жизни, да, новые возможности, да, успех, удача, да, финансы, какая-то здесь, вот как я сказала, дорога, вы можете это спокойно делать, потому что ваши возможности у вас будет в мае месяце, да. Вот самое главное, постарайтесь сохранить все, что у вас есть, да, никому ничего не рассказывать, да, те, которые одиноки, как я еще раз повторяю, здесь может быть в этой дороге знакомство с новым человеком. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Это карта сила.
высшие силы в конец месяца вас поддерживают, они на вашем стороне, да. Здесь, может быть, я хочу сказать, для некоторых даже на самом деле будет судьбоносная встреча, да, те, которые находятся, те же даже мужчины и женщины, здесь может быть знакомство, но это знакомство будет как высшие силы даже вас направит, да, для того, чтобы вы познакомились. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это туз кубков. Туз кубка все говорит о том, что есть, будет новое знакомство, да. Даже те люди, которые одинокие, да, они будут вот именно под конец наполнены. У них будет такая энергия, да, все изменить, все начать заново, куда-то поехать, да, суета, дороги, да, поездки, да, что-то поменять. Здесь полная чаша энергии, да. Те, которые в отношениях, да, будут, вот как я сказала, встреча, да, на это судьбоносно, здесь может касаться даже рождения детей, да, здесь может появление то, что женщина забеременеет. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам высшие силы советуют, мои дорогие. Туз Пентакли. Вам дается новый шанс. Ваша жизнь, да, открывается в новый этап. Новый этап касается это и рабочие моменты, и финансовые моменты, и отношения. Да, те, которые в отношении, да, находятся в отношении, то здесь может, да, быть, что женщина забеременеет. Но это будет, знаете, забеременеть получится даже, может, когда-то вы поедете куда-то, да, вот вместе отдыхать. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для того, чтобы вы посмотрели ваш личный расклад, обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.